приехали в садовый центр. Присматриваемся к ценам. Старые оливы за несколько тысяч долларов. Бананы, пальмы, кактусы. Классики, девочки. Можно попрыгать. Инжир. У нас сейчас модель. Может, для бабочек еще. Гранаты. Из искусственной травы фигурки. Кумкват. Самое сложное в их климате это растения не как у нас холодостойкие, а жаростойкие. И вторая проблема, что здесь нет почвы такой хорошей, здесь только песок, и поэтому под каждое растение приходится завозить огромное количество земли, закладывать внутрь, высаживать. И обязателен капельный полив постоянный. Только в таком случае часть растений у них выживает.